Здравствуйте, меня зовут Дарья Федиахметова, я из города Краснодара, мне 15 лет, и я представляю гимназию номер 33. Занимаюсь я в художественной школе уже 7 лет и в музыкальной школе. Также я хорошистка в школе, принимаю участие в различных мероприятиях, была участницей кастинга проекта «Голос дети», «Битва талантов» на Муз-ТВ, также участницей кастинга «Синие птицы» на телеканале «Россия-1», победитель проекта «Капитаны». Также я желаю удачи всем участницам и хочу поблагодарить всех организаторов за предоставленную возможность воплотить все свои мечты. От этого проекта я ожидаю знакомства с многими другими людьми, также много опыта. Нет, победительницей. Ну, я не желаю, у меня нет такой мечты, чтобы победить в этом проекте.